Вот здесь они и живут. Символ наступающего 2023 года – кролик, который занимает 4-е место среди знаков китайского гороскопа. С этим животным удается встретиться лишь раз в 60 лет. Следующий год с этим символом – 2083. Ветки, они хорошо горят. Вот. Видишь, вот начинает сразу. Покажись людям. Кролик очень мягкий, нежный, добрый и ласковый зверек. Особое значение для него имеет потомство. Пушистик всегда заботится о своей семье и стремится, чтобы всем вокруг него было тепло, хорошо и уютно. Астрологи уверяют, что предстоящий год будет таким же спокойным и гармоничным. Он сулит всем нам добро, романтику, приятное общение с родными и близкими, семейное счастье. В 2023-м не будет места конфликтам и размолвкам с дорогими сердцу людьми. Самый шустрый и самый молодой – это тот, который может сбежать в любой момент. При этом в характере кролика присутствуют и такие черты, как смелость и решительность. Именно поэтому предстоящий год может стать важным этапом в вашей жизни в части принятия ответственных решений.